И в завершение о том, что сейчас на улицах Москвы. Сегодня столица стала похожа на зимнюю. После первого снегопада в воскресенье, когда все моментально растаяло, сегодня серьезно, белым-бело. Снег с перерывами шел практически весь день, кое-где продолжается сейчас, поэтому на дорогах скользко. По оценке Яндекса, пробки уже 8 баллов, много мелких аварий. И водителям, которые хотят добраться домой все-таки побыстрее, следует быть осторожнее.